Новороспийск за последние несколько лет преобразил свой облик. С 2019 года в муниципалитете реализуется программа по формированию городской среды. Только за прошлые и текущие годы в общем было реконструировано 10 дворовых и 6 общественных территорий. Также уже сформирован список будущих объектов для благоустройства на 2024 год. На будущий год у нас запланировано в рамках этой программы мероприятие по трем общественным территориям, которые прошли по рейтингу голосования, которые были выбраны жителями города Каспийска, и 5 дворовых территорий. В текущем году было благоустроено 4 общественных пространства на пересечении улиц Орджоникидзе и Хизроева, улицы 20, бульвар по улице Хизроева 19, а также Азиза Алиева. В рамках реконструкции были произведены работы по установке детских зон с резиновым покрытием, малых архитектурных форм, скамеек, освещения, озеленения и многого другого. Ну, кроме того, здесь подведены врезки для полива воды, это с помощью нашего ресурсоснабжающих организаций города канала. Кроме того, вот посажены, вы видите, да, там туи, они, кстати, вообще в смету не входили. Но так как мы благоустроили эту территорию, решили дополнительно вот это вот посадку этих зеленых насаждений тоже. Наши респонденты отмечают положительные изменения. По их словам, теперь действительно в городе стало комфортней. Есть большое количество качественных мест для отдыха, а также зеленых насаждений. Очень даже нравится все. Раньше было, конечно, не так, но сейчас очень с удовольствием мы ходим на работу и все. И с детьми можно вот в садик, например, мой внук ходил с удовольствием по этой. Я и гуляю, и хожу. Так что спасибо всем. Одним из главных событий была реконструкция центральной части города. Территорию на пересечении улиц Орджоникидзе и Хизроева в районе площади обустроили самым лучшим образом. Теперь на месте разбитого асфальта появился тротуар, а также парковочные места, некоторые из которых предназначены для людей с ОВЗ. Стоит отметить, что представители администрации во главе с Борисом Гонцовым еженедельно лично контролировали ход работ. Помимо этого, в этом году было благоустроено 5 дворовых территорий по улицам Ленина 52-21, Ильишенко 1, Амитхан Султана 2В и Ильишенко 2А и Орджоникидзе 20-22. На масштабных торжественных открытиях, которые посетили все жители домов, а также юные каспичане, было отмечено, что все работы выполнены качественно. Установлены детские площадки, беседки, установлено покрытие. Все соответствует ГОСТам, на всю продукцию имеются сертификаты. Стоит отметить, что горожане активно принимают участие в онлайн-голосовании, ведь именно от их голоса зависит выбор территории для благоустройства. Каспичане считают, что ежегодное обновление общественных пространств делают город еще более комфортным для жизни.